Копаем вот сегодня. Вот такая вот красивая у нас дорога. Дочь, что мы выкопали? Покажи патрон. Покажи. Копаем новым металлоискателем Квон PI AVR. Так, а ну что тут у нас за находки? Ножик, патрон, охотничий патрон. И вот у нас тут что-то сигналит. А ну, Доця, давай смотрим, что здесь у нас такое. Нет. Нет. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Может, в этом куске. Отойди. Вот здесь. А, вот что-то, смотри. А ну, что это такое мы нашли? Непонятно, с дырочкой. Что-то с дырочкой, какая-то щеколда, но было заточено. То есть заточено зачем? Непонятно. Так, в коллекцию. Вот такой лесок. Приехали, в принципе, не копать. Приехали немножко набрать березового сока. И пока он там капает, мы рядом походим, поиграемся. Есть у нас с дочкой такое хобби. Красивое место такое. Рит, вот здесь. Что-то здесь. Или проволоки кусок какой-то большой. Копай. Так, иди ты снимай, папа будет копать. Иди. На. Ты будешь долго. Стоп, а где тут нажимачка? Ничего не надо нажимать, там уже все нажато. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. О боже. Деталь. Деталь с травой. Вот так вот. Какой-то от сельхозтехники, я подозреваю, клемник. Так, ну там же звенело не только эта штука. Там что-то звенело еще. Так, освобождаем лес от чермета. Ну-ка, туда же, Рита, направляй. Так, а тут клондайк железа, по-моему. Тут, по-моему, клондайк какой-то. Ага. Я же говорил, что будет что-то типа провода. Так. Вот что там еще. Отлично работает металлоискатель. Просто отлично.
О! Еще какая-то железяка. А вы думали монеты? Царское золото? Вот такой у вас будет поиск. В основном человеческие мусорки будут. Так, смотрим в это место еще раз. Ну это уже мы тут нашли, поэтому звенит. Ну, Рита, покажи крупным планом вот эти находки с этого места. В лесу. Это все в лесу. Отлично работает металлоискатель. Я не хочу делать никаких... А здесь недалеко вот тот патрон нашли. Это ямки сейчас надо будет закопать, вот эти наши. Обязательно. Сейчас папа принесет сюда лопату. Да. Тоже что-то, наверное, от сельхозтехники. Оп. Кусочек цепи. Да. Вот такая находка у нас следующая. Железяка для исторических людей. И закапываем обязательно. Рекомендую всем это делать. Кто еще не умеет этого делать. Ямки нужно закапывать. Так, идем дальше. Какой интересный. Так, когда попискивает, можно сброс нажать немножко. Какие-то важняки. А может там что-то и есть. Ну не хочется такой сигнал копать. Так. Что там ты наснимала? Угу. Что, Дося, выкопали только что? Ведро. Ведро. Хороший сигнал такой в этом месте. И вот оно, золото. Золото. Ай, красота, весна. 1 апреля 2017 года. Золотая монета. Какая-то человеческая, наверное, мусорка. Сейчас посмотрим. Я вижу, что
О! А ну-ка, наведись, Рита. С арбалета, что ли? Ножик. Ручка, видишь, вся сгнила. Грибной ножик, грибники. А может и не грибники. Вот такой вот раритет. Ну что, господа копатели, первый коп с клоном АВР от интернет-магазина Делавера. Видели мои, наверное, первые видео, что мы с Маргаритой накопали в первый же раз. Лесное чудовище протянуло лапы. Нашим находкам. Что тут среди наших находок? Два ножа, гильзы, два снаряженных патрона, один пистолетный, один не знаю от чего, винтовочный. Вот такие железяки, а вот еще какой-то патрон. Остатки велосипедного цепа. Вот не знаю что. Вот это что-то из цветного металла. Что это? Может, кто-то подскажет. Кусочек какого-то механизма. Может быть, оружейного. Не знаю. Не разбираюсь. Так. Разорвавшаяся гильза. Ключ от квартиры, где деньги лежат. Вездесущие пробки. Вездесущие пробки по советским монеткам. Вот советские монетки такие нашлись. Так что всем, кто желает отыскать золото, я показываю, какое оно у вас будет. И не только это. Вот они все находочки, смотрите. Я не представляю, зачем люди вот это все в лес тащат. Выкидают, теряют ведра ржавые. Вот какой-то элемент сельхозтехники, проволока, охотничьи патроны, желобки для березового сока. Мы и ездили, в принципе, за березовым соком. И вот под березами я их и не стал все выкапывать. Вот попадаются. Вот такие находки. Первые находки с этим металлоискателем. Вот даже первый тест, который я делал, что происходило как бы подмораживание сигнала, да, не заметил я при практическом копе. Нормально металлоискатель реагирует. Иногда приходилось сбрасывать, окей, сброс, на кнопочку нажимать, попискивал. Но это, я знаю, для этих металлоискателей как бы нормальное явление. Что еще вам критического сказать? Ну, пока ничего критического сказать и не могу. Нормально, как для этой машинки, недорогой, вот такое интересное хобби. А ребенку как интересно, вы не представляете. А может быть, попадется когда-то и что-то ценнее. Всегда есть надежда. Понравилось наше видео, понравилась наша прогулка. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет еще много интересного.